Это программа «Парламентарии». С вами знаток законодательной жизни региона Алексей Шемякин. Здравствуйте. Декабрь – традиционное время подведения итогов, тем более поводов рассказать, что происходило в нашем парламенте, хоть отбавляй. Во-первых, сентябрьские выборы, когда мы с вами избрали новый состав депутатского корпуса. Во-вторых, первая за всю историю областного собрания женщина-председатель. И в-третьих, законодательному органу региона исполнилось 25 лет. Думаю, что я убедил вас в том, что программу стоит посмотреть, ибо обо всем этом мы обязательно сегодня расскажем. И сегодня у нас в студии председатель Архангельского областного собрания депутатов Екатерина Прокопьева. Екатерина Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. Председатель Архангельского областного собрания депутатов Екатерина Прокопьева родилась 26 апреля 1972 года в селе Холмогоры Архангельской области. Закончила Поморский государственный университет по специальностям учитель математики и юрист. Избрана по одномандатному избирательному округу номер 24, депутатские полномочия осуществляет на постоянной основе. На сессии областного собрания депутатов 20 сентября 2018 года избрана председатель законодательного органа региона. Екатерина Владимировна, мы подводим итоги 2018 года. Он совсем скоро уйдет в историю. Мне кажется, первый и главный, наверное, результат – то, что год был выборный. Мы избрали новый состав областного парламента. Вот скажите, как вы оцениваете сегодня его ресурсы? Я имею в виду работоспособность, эффективность, ответственность. Сегодня у нас уже состоялось 4 сессии в этом году. Мы рассмотрели 55 законов. Мы рассмотрели больше сотни различных постановлений, касающихся прежде всего жителей Архангельской области. И я могу уже сегодня говорить о том, что среди депутатов большое количество тех людей, которые очень ответственно и взвешенно подходят ко всем решениям. К сожалению, есть предложения, и они поступают от депутатов, о том, что давайте просто что-то рассмотрим, что-то примем ради того, чтобы это было красиво, забывая о целостности законодательного пространства страны, в которой мы живем. Но я хочу сказать о том, что, безусловно, каждый из присутствующих депутатов – это прежде всего думающий человек. Какие законы вы бы назвали знаковыми? Важный закон, что мы продлили действие многих региональных законов в части мер социальной поддержки. 7 законодательных актов, ранее принятых, были изменены в связи с изменением подходов к пенсионному возрасту. Мы закрепили права граждан на получение мер социальной поддержки, исходя из возраста, а не пенсионного обеспечения. Мы приняли такой, знаете, революционный, может быть, закон, он новый точно для региона, который предусматривает налоговые льготы для тех резидентов, которые будут работать на территориях опережающего развития. Это ОНЕГА. Стоит отметить закон, по которому мы будем жить 2019 год, закон о бюджете. Это серьезный документ. Много у кого не было еще опыта работы по составлению бюджета, но получилось выстроить конструктивную работу между муниципалитетами, регионами, между общественными организациями, между депутатским корпусом. Очень качественно подошли, вдумчиво по всем направлениям, которые охватывает областной бюджет. Поддержку закона о бюджете нашел не только в партии «Единой России», но и у многих депутатов оппозиционных фракций. Поэтому это говорит не о том, что вот не было вопросов, а это говорит о том, что была проведена серьезная конструктивная работа по поиску компромиссов и правильных решений. Угу. Если забегать вперед, конечно, дело неблагодарное, да, но тем не менее, все равно эти верстаете план, что называется, на 2019 год. Что в основе? Сегодня есть вопросы плановые, есть те, которые, скорее всего, еще не вошли пока в план законопроектной деятельности, но будут включены. К примеру, вот сегодня мы с вами встречаемся, и сегодня в собрание пришел документ, который является инициативой одной из фракций, самой крупной фракции «Единой России». Он касается введения новой нормы на территории региона, выплаты многодетным семьям взамен земельного участка, в том случае, если семья посчитает такое возможным. Я хочу сказать, что это новелла. Документ еще не запущен в работу в части, знаете, касающейся юризма, но вот по содержанию это может оказаться революционной историей.
Вот как раз на этом законе о предоставлении земельных участков многодетным хочется остановиться подробнее, тем более есть о чем рассказать. Это одна из действенных мер социальной поддержки семей, где воспитывают трех детей и более. Документ действует с 2013 года и в него постоянно вносят изменения. Причина – его слабая исполняемость. Повсеместно землю многодетным предоставляют в непригодных местах, без дорог и инфраструктуры. В результате люди отказываются и ждут новые предложения года. Но ситуация меняется, и давайте посмотрим, как на примере Вельского и Приморского районов. Вот это наш счастливый билет в жизнь, так скажем, дальнейшую, для строительства дома большого, для всей семьи. В Вельском районе 557 многодетных семей. 79 из них получили свои счастливые билеты – сертификаты на землю. Все участки площадью от 1000 квадратных метров нарезаны по соседству, так что вполне возможно, что это будет новый поселок со своим магазином, школой, детским садом и парком. Участок очень нравится, местность хорошая, сухой, лес везде, экологически природа. Чистый, да. Все нравится, все хорошо. Чтобы предоставить людям хорошие участки, властям Вельского района пришлось потрудиться. Земля находилась в федеральной собственности, и только на перевод ее в муниципальное ведение ушло 3 года. Теперь нужно реализовывать следующий этап. В целом мы посчитали, у нас получается 3 километра 400 метров. Дорог необходимо построить, сделать экономивание. Кроме этого, необходимо, и мы уже согласовали заезды на данные земельные участки. В Приморском районе также лед тронулся. И если до этого семьи отказывались от предлагаемых участков, к ним не было дорог и коммунальной инфраструктуры, то теперь ситуация меняется. В муниципалитете нашли хороший участок, взять землю на котором стали соглашаться многодетные семьи. Дом семьи Алонцевых пока единственный, что возвышается на окраине поселка Циглами Приморского района. Для Ирины, Акима и их троих детей теперь это настоящие хоромы после хрущевской трешки в 52 метра. У меня не было комнаты, в которой я жила. Я жила с мамой и с папой. Я всегда хотела свой дом. Я даже всегда маме моей говорила, она мне об этом регулярно напоминает, что вот хочу свой дом, чтобы вот утром выйти с чашечкой чая на крылечко, попить этот чай, и вот это вот все мое. И вот оно такое и получилось. Ну, в принципе, чего мы хотим, мы всегда добиваемся, стараемся. В скором времени по соседству с Алонцевыми развернется строительство. Участки на этой территории отданы еще 60 многодетным семьям. Но очередь в Приморском районе пока что большая. Более 500 семей хотят улучшить свои жилищные условия. За 25 лет работы областного парламента вы первая женщина-спикер. До этого все были представители мужской части населения, скажем так. Вообще, как справляетесь? Вы ломаете стереотипы, меняете систему управления? Или все-таки вы какие-то решения, какие-то свои эмоции, да, складываете из того, оглядываясь назад, что называется? На опыт опираясь. Вот ваш вопрос, Алексей, знаете, как из серии вспоминаю первая женщина-космонавт, вот Валентина Терешкова. Вот я, наверное, тоже где-то из разряда космоса сейчас в части тех обстоятельств, в которых ты оказываешься, важности, ответственности от принимаемых тобой решений. Ты, конечно же, это все ощущаешь. Но в меньшей степени у меня есть возможность думать о том, что я женщина. Я использую при принятии решения опыт, который раньше в жизни сложился, опыт своих коллег, которые, кстати, независимо от гендерного признака, охотно делятся какими-то своими жизненными историями и предложениями или советами, как лучше поступить в одной или в другой ситуации. Я подхожу без относительно мужчина или женщина, я исхожу из ситуации, что нужно принять решение, от нас ждут решения люди. Вот это становится основой. Может быть, не использую каких-то слов, которые, может быть, мужчины могли бы использовать, менее эмоционально в каких-то выражениях или еще что-то, либо, наоборот, более эмоционально. Эмоционально – это мягко сказано. Страсти на сессиях, да и при подготовке к ним, кипят. Выдерживать психологические и эмоциональные перегрузки способны далеко не все. Возможно, поэтому спустя 100 лет, как в нашей стране женщины получили право избирать и быть избранными, спикерами становятся единицы из них. Зато
то какие? Пойдем сверху вниз. Совет Федерации, Верхнюю палату российского парламента, сегодня возглавляет опытный руководитель и политик Валентина Матвиенко. В Нижней палате у председателя три женщины-заместителя. Это Ольга Епифанова, Ольга Тимофеева и Ирина Яровая. А теперь посмотрим, что в регионах. Лишь 2 из 85 российских субъектов возглавляют женщины. Марина Ковтун, губернатор Мурманской области, а Наталья Комарова руководит Ханты-Мансийским автономным округом. Что касается законодательных собраний, а их 84, то и здесь представительниц прекрасного пола немного. Спикеры женщины у нас в 10 регионах. Это Архангельская, Свердловская, Новгородская, Томская, Калининградская, Еврейская автономная, Ивановская области, Севастополь, Кабардино, Кабардино-Балкария и Республика Коми. Но вернемся к нашему парламенту. 25-летие Архангельского областного собрания депутатов совпало с таким же юбилеем Российской Конституции. Разговор о верховном законе и взаимодействии федерального центра с регионами мы продолжили с Екатериной Прокопьевой уже в Москве. В Конституции определены самые важные позиции, которые касаются прежде всего жизни человека. Например, о том, что мы стремимся к созданию социального государства. А как мы можем это делать без участия региона? И вот здесь появляется особая роль региональных парламентов, региональных правительств. Вот 25 лет мы должны идти бы лишь нога в ногу, чтобы обеспечивать целостность самого главного закона нашей страны – Конституции. Мы сейчас живем тоже в такой же момент. На первый план выходят вопросы безопасности, прежде всего экологической безопасности. И сегодня федеральное законодательство часто не позволяет сделать какой-то набор шагов на региональном уровне. Отсюда наша обязанность просто состоит в том, чтобы сделать эти инициативы на федеральный уровень, они были рассмотрены. Вот эта связка регионов, муниципалитетов, федерального центра, она осуществляется через систему, во главе которой стоит, конечно же, Конституция и руководитель государства, президент. Мы друг без друга – ничто. Мы только единое целое. Можем что-то делать, что ждут от нас люди. Причем делать это надо еще и своевременно. Как бы вы оценили вот эту вот эволюцию, начиная с 25 лет назад, когда был первый состав областного парламента, и к чему пришли? 25 лет назад руководители, которые несли ответственность за область, получали телеграммы, иногда по две за ночь, в которых содержался текст: «Если не выполните, то помните об уголовной ответственности вплоть до расстрела». До высшей меры наказания. Я очень рада, что мы работаем не в таких условиях. Это первое. Но узнать об этом я могла только когда стала знакомиться с 25-летней историей собрания. Для меня было очень интересно узнать о людях, о делах, которые были, например, в первом созыве. Павел Николаевич Балакшин рассказал историю, когда писали устав, и даже воздушное пространство над Архангельской областью тоже приписали к собственным полномочиям. Знаете, 25 лет прошло, а ситуация-то примерно та же. И сегодня разворачиваются дискуссии, баталии на предмет того, что мы в части полномочий можем ущипнуть от федерации. Нет. Мы часть огромной страны. Неотделимая часть. Мы часть истории, часть законодательного пространства. Мы часть социально-экономического развития Российской Федерации. И вот как происходило становление, понимание, осознание за эти 25 лет, что мы одно неделимое целое. Дискуссии, оказалось, по этому поводу не перестают быть. Некоторым даже удобно использовать. Давайте создадим свое маленькое государство при собственных законах и так далее. Вот 25 лет люди бережно несли главную составляющую – единство. Из закона в закон. Почти 3000 законов было принято областным собранием. В очень непростых условиях, в том числе и седьмой созыв начиная. Кстати, самое большое, наверное, самое часто встречаемые слова за последние 3 месяца: «Как тебе, девка, повезло», в кавычках.
Стоит заметить, что за 25 лет работы областного парламента сделано немало. К примеру, первым составом, который возглавлял Николай Исаков, было принято 50 законов и 369 решений. Вторым, под руководством Вячеслава Калямина, уже 208 законов и 882 решения. Дальше больше. Мы подумали, а кто реально может оценить работу депутатов? Конечно, тот, кто был у руля парламента трех созывов. Он и сейчас среди депутатов, и это Виталий Фартыгин. Виталий Сергеевич, вы помните 2000 год, когда вот впервые в эти стены зашли? Ну, конечно. Конечно, я же пришел, честно говоря, из организации, которая занималась подготовкой к разработке нового месторождения алмазов в Архангельской области. И, конечно, для меня это было не очень понятная ситуация. Я еще только-только начинал заниматься политической деятельностью. Еще учились. Да, я только еще начинал учиться, да. Ну, чем вот этот созыв запомнился, вот третий тут? Ну, вот вы обратите внимание, сколько производственников, которые были, крупные предприятия были, да? Генеральный директор Тралового флота, генеральный директор Архангельского ЦБК, руководители Архангельской геологии, очень много врачей, очень много предпринимателей. Представляли вот нашу область, я говорю, очень опытные и знающие люди. Вот вы знаете мне, что интересно, вот Фатыгин Виталий Сергеевич, председатель, но, как вы говорите, в те годы вы только учились еще, начинали политическую карьеру свою, это не страшно было? Нет, ну, конечно, я, когда мне предложили быть председателем областного собрания, конечно, были сомнения, и уверенность никакой не было в том, что меня изберут, когда пошло голосование, не с первого раза меня избрали, потому что было несколько туров, в которых мы выступали, говорили, да, была конкурентная борьба. Идем дальше, Виталий Сергеевич, четвертый созыв. Уже появляются новые лица, уже больше депутатов. Это лучше стало? Ну, более широкое представительство стало депутатов в Архангельском областном собрании. И очень важно было то, что это была уже смешанная система выборов. Mm-hmm. Это уже выборы были по политической партии. Четвертый созыв, он уже был более представителен. И уже было, люди отдавали уже должное. Кто-то по убеждениям голосовал, а кто-то персонально за человека, который был, да, работал. Поэтому, вот видите, уже действительно, уже нас стало 62 депутата. И очень такое серьезное представительство. Пятый созыв чем запомнился вот лично для вас? Ну, пятый созыв, он уже сформировал, по сути, политические системы и фракции. И уже дискуссии стали такие межпартийные. Споры в собрании, если дискуссии в собрании шли очень жаркие, именно по тем предпочтениям, которые и потому, какие убеждения отстаивали депутаты той или иной фракции. Уже были руководители фракции, выступали от имени фракций. И вот этот созыв, конечно, в этом отношении был уже более ярким. Знаете, вот подходя к шестому созыву собрания депутатов, я смотрю, что вы уже зам председателя, то есть вы уже не председатель. Тяжело было вот, как бы отдавать пальму первенства? Нет, вы знаете, уже все-таки три созыва, которые я был председателем областного собрания, я понимал, что эта работа мне уже становится более знакомой, понятной, и меня вызывало внутренний такой протест, что я начну привыкать к этой работе и много буду делать ошибок, потому что это все-таки уже, это кажется, что вот нужно обновление, нужно, чтобы своевременно приходили новые поколения, потому что более чувствительные к тем изменениям, которые происходят в стране, и опыт, он может оказаться некоторым тормозом в активной работе. Сегодня седьмой созыв, да, уже четыре сессии прошли со дня, как выбрали новый состав депутатов. Вы открывали сессию как
старший Аксакал, по возрасту. Как старший, самый старший депутат. Я уже, ну, с точки зрения опыта, мне это было немножко проще, чем всем остальным, открыть собрание, провести первую сессию до избрания Екатерины Владимировны Прокопьевой, председателем Архангельского областного собрания. Обращая внимание на седьмой созыв, очень много молодых лиц, новых лиц пришли в политику. Нет ощущения, что начинается все сначала? Нет, это же, знаете, вот сейчас все-таки совершенствуемся мы, и политическая жизнь в стране у нас меняется. Вот этот вот спектр разных мнений, разных убеждений, он позволяет более точно находить решения, которые касаются каждого жителя Архангельской области. Так, оборачиваясь назад, видишь, насколько все изменяется, как подрастают новые политики, как они пытаются войти в эту политическую жизнь. Это очень хорошо. Что легче, добывать алмазы или принимать закон? Я могу сказать вам, если ответственно относишься к работе, то и другое непросто. Работа с людьми, она наиболее сложная. И она требует большого и терпения, и тачи, и умения искать компромиссы. И поэтому нет простых работ. Где бы мы ни работали, нигде нет простых работ. Есть всегда желание работать, есть всегда самоотдача, и есть всегда возможность, да, преуспеть в той или иной работе. А не было никогда в жизни взять и сказать: да ну, пошло все нафиг, и стукнуть кулаком? Вот этого, Леша, не было. Вот. И сейчас хочу жить, хочу работать и дальше продолжать, потому что пока есть и желание работать, пока есть и уважение коллег, и есть востребованность даже в компании, где я сейчас работаю, да, вот в том, чтобы я эту работу выполнял. Быть нужным, я считаю, это очень важно. Екатерина Владимировна, встречаемся накануне всеми нами любимого праздника Нового года. Что бы вы пожелали не только, наверное, вашим коллегам по областному собранию, но и всем жителям региона? Я хочу, чтобы у людей было больше минут, когда мы улыбаемся. Я хочу, чтобы люди были просто счастливы. Это вот такое простое слово, но оно вмещает в себе очень много аспектов. Для кого-то счастье – это здоровье. Для кого-то счастье – это знать, что с близким все хорошо и ничего не случилось. Для кого-то счастье – открыть глаза и обрадоваться небу, которым. Для кого-то счастье – это более такие серьезные машины, квартиры. Я не знаю, у каждого оно свое. Я хочу, чтобы люди понимали, что они счастливы, наслаждались каждым мгновением сегодняшней жизни и стремились к тому, чтобы сделать ее чуть-чуть лучше. Вот пусть будут семьи, пусть будет здоровье, пусть будет счастье, и пусть будет мирное небо над головой. Я это говорю как мама военнослужащего. Я вам того же самого желаю и поздравляю с наступающим Новым годом. Спасибо, что пришли сегодня к нам. Спасибо. Председатель Архангельского областного собрания депутатов Екатерина Прокопьева была сегодня гостем программы «Парламентарий». И это были «Парламентарии». Я Алексей Шемякин и творческая команда программы. Прощаемся с вами. До встречи уже в Новом году.